Благотворители в погонах. Краснодарские судебные приставы организовали чаепитие в воскресной школе Свято-Покровского храма. А еще передали ее воспитанникам теплые вещи и канцелярские товары. Альбомы для рисования, краски, мелки, карандаши, тетради, линейки и другие вещи, которые пригодятся на занятиях. В школе ребята учатся не только закону Божию и церковному пению, но и ремеслу. Среди них много детей из многодетных семей. Малоимущие семьи. Очень много у нас детей, точнее семей, которые очень много детей у них, да, и накормить и всех одеть очень достаточно сложно, да, в наше время. И хорошо, что есть добрые люди, которые помогают. Действительно, родители, которые не имеют возможности лишнего приобрести или из одежды, или из канцелярских товаров, а они оказывают нам такую огромную помощь. А тем более пост, приближаемся к великому празднику Воскресения Христова. Вот. И поддерживая молитву и добрыми делами. С храмом краснодарские приставы сотрудничают уже не один год. В свое время его настоятель Иоанн Гармаш стоял у истоков образования общественного совета при управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.